Я не люблю на что-то закрывать глаза, понимаешь? Вот меня не устраивает такой вариант, когда, значит, ну ты просто не думай и все. Это меня не устраивает. Это мне кажется каким-то совершенно жалким вариантом. Хотя при этом, при всем, я и практикую, и пропагандирую страусиный образ жизни, то есть засунув голову в песок. Да, и практикую, пропагандирую. Вот здесь, видишь, тоже у нас все скосили, но я думаю, что, надеюсь, завтра мы пройдем туда. Как ни странно, там будет у нас и рассвет, и там же такое впечатление, и закат. Тоже, знаешь, надо, как говорится, все смотреть на практике. Мне кажется, у нас тут солнце всходит и заходит из одной и той же точки. Нет, оно заходит вон туда. Вон туда. А всходит оно вот отсюда. Но вот как-то эти точки, они не противоположны. Ну, видимо, это связано с летним солнцестоянием и так далее. Поэтому, понимаешь, вот, допустим, как мне уже давно сказала моя мама, просто после того, как ее брат оказался на том свете, она сказала, что мне следующую фразу, что это невозможно разрешить, невозможно не переживать. Единственный вариант — это не думать. Просто об этом не думать. И тогда как бы ты можешь как-то жить. Меня тогда это уже насторожило, но меня это совершенно, еще раз говорю, не устраивает. Мне нужно понять и получить ответ, что такое произошло, что такое человек, который скончался, что с ним произошло, то есть что это, как это понимать, какие из этого следствия, какие тут могут быть эти, то есть что он просто исчез, или он сбросил свою оболочку там, вот, понимаешь? Мне не устраивает вот просто закрыть глаза на любую проблему. И в плане пофигизма просто бодро жить мне не устраивает. Не знаю, может быть, это нехорошо. Я не исключаю, что это неправильно. Но инструкции же нам никто не оставил. Но я не исключаю, что это неправильно так делать. Что, как говорится, столько времени в итоге тратишь не на жизнь, а на то, что ты думаешь. Просто думаешь о том, что произошло, что будет, как вернуть прошлое, и какая часть прошлого осталась, а какая ушла, уходит. Ну вот, видишь как. То есть, может быть, это и называется собственной реальностью, которая существует. То, что я как бы так все время думаю. Вот. И в итоге и эти мысли, и эти переживания от этих мыслей, они составляют целиком полностью мою жизнь. Может быть, я в итоге это и называю своим пузырем, в котором я существую, не знаю. Но я тебе скажу, что я склонен не то, чтобы вылезти из этого пузыря, я склонен этот пузырь укреплять, развивать. Понимаешь, в чем дело? И здесь вот такие перспективы. Не знаю. Напиши, что думаешь по этому поводу вообще. Напиши. Толк от этого видео будет очень большой, если ты просто меня о чем-нибудь спросишь. Видишь, мою комнату даже не видно за елками. Очень я горжусь ими. Ну так. Так что ты думаешь по этому поводу, напиши. И вообще напиши, что тебя волнует. Спроси меня о чем-нибудь. Потому что в плане
продвижение моего YouTube-канала, это я считаю самым существенным. Именно вопрос и контакт с тем, как, что и как люди думают.